Так, всем добрый вечер. Больше никого ждать не будем. Подключаться будут в процессе. Рада приветствовать в новом 18-м каталоге. Каталог 17-й был двухнедельный, коротенький, но несмотря на то, что он двухнедельный, как бы мы его не боялись, как бы, кажется, тяжел он не был, потому что нам нужно то, что мы делаем за 3 недели, выполнить объем работы за 2 недели. Но очень приятно, очень приятно, когда ты получаешь денежки не раз в 3 недели, а раз в 2 недели. Поэтому мы стараемся отработать очень-очень хорошо, старались каталог, и у нас есть успехи, успехи. Сейчас я с вами поделюсь нашими успехами. Среди нас здесь есть новички, закончится марафон роста, и кто не принят, я думаю, мы всех вас примем в наш лидерский большой чат, где лидеры, где основные события, вы уже будете вариться полностью в новостях Фаберлик, потому что я надеюсь на то, что для большинства все-таки это увлечение, этот интерес перерастет из желания заработать не просто в дополнительный доход, а в основной заработок, так как когда-то произошло с нами и с нашими директорами. Это будет ваш основной доход, и вам будет не просто хотеться работать ради денег, а будет интересно работать. Итак, сейчас я включу демонстрацию экрана и буду рассказывать, поздравлять. Так. Вот так. Вы мне скажете, видно ли мой экран. Так. Мой экран, я так понимаю, вы видите, да? Да. Отлично. Хочется начать нашу планерку с новых званий. Это наши дорогие участники марафона, которые всего лишь неделю назад к нам пришли и уже новое звание. Вы просто не представляете, как мне приятно это все объявлять, потому что реально есть чем гордиться, есть кому гордиться. В первую очередь вами гордятся Наталья Будник, кстати, с нами. Вот она здесь, звезда, гордится вашими результатами. В первую очередь это ваши директора. Наталья, твой директор Анастасия Кундро гордится тобой. И я тоже горжусь, что на 3% мы уже практически сразу вышли. А в марафоне, я думаю, мы повысим свое звание как минимум на 9%. Поздравляю. Идем дальше. Митрохина Екатерина, город Витебск. Это наставник Светлана Лемешевская, директор Валентина Лазученко. Она сразу, насколько я помню, поднялась на 2 звания, то есть 3%, 6%. Поздравляю, молодец, так держать. Я думаю, что точно у вас перерастет все не просто в дополнительный доход, а в основной заработок. Ну, нам так очень хочется, а если это хочется, значит, это все случится. Идем дальше. Красовская Ирина тоже есть у нас в эфире. Старший консультант 6%, тоже ей гордится, ее и наставник Татьяна, и директор Ирина. И, конечно же, мы вместе с Анастасией Кундро. Огромный молодец, это уже первый результат. И не надо нам в чате писать, что вот, не знаем как что. Вы все умеете, вы все знаете, у вас все получится. Спрашивайте, и мы будем обязательно вам все рассказывать. Дальше. Также у нас новое звание, директор Лазученко Валентина, Довгель Наталья, 3%. Самый низкий уровень, начальный уровень, но обязательно он повысится, 100%, потому что все в ваших руках. Так, уже, наверное, поздравляла или не поздравила Красовскую Ирину. Так, сейчас вернемся. Наверное, не поздравила. В общем, Поздравили. еще раз хочу поздравить. Видите, как я хотела. Так что все, Ирина Красовская. Ничего не знаем, чтобы было как минимум 9%. Ждем, особенно я жду. Если что, звоните мне по ночам, будем вместе с вами рекрутировать. Сейчас мы объявляем наших победителей, которых мы определяем по итогу каталога. Каждого каталога такая у нас традиция.
Топ-10 лидеров продаж. Эти картинки я обязательно сброшу в большой продуктовый чат Faberlic, в котором вы все есть, чтобы все видели, чтобы все могли поздравить тех людей, которые набирают такие огромные личные объемы. В нашем марафоне роста мы новичкам, здесь половина у нас новичков, смотрю, на конференции, рассказывали, как сделать такой большой личный объем. Для чего такой личный объем? Ну, хочется сказать, что когда вы будете изучать маркетинг-план, а скоро вы будете его изучать, вы поймете, что за личный объем идут дополнительные выплаты, поэтому это так выгодно делать. Так вот, 600 баллов, это посчитайте, сколько процентов, это следующий уровень, 9% лично сама набрала Садоха Наталья, город глубокий, заняла топ-1. Топ-2, Станулевич Марина. Марина здесь есть у нас в чате. Марина, мы тебя поздравляем и желаем, конечно же, расти и шириться, уже 600 перепрыгнуть точно, до 1000 дойти. Топ-3. Еременко Виктория. Всегда у нас в топе. Директор Лена Казачок. Также поздравляем. Топ-4. Карвеле Ольга. Верхнедвинск. Тоже уверенно держится в топе. Топ-5. Залетела у нас Чепулис Елена в этот раз. Наша вице-директор. Я думаю, что скоро не за горами. Тут у нас несколько директоров вырастет к Новому году. Топ-6. Прокопчик Наталья. Личный объем более 200 баллов. Топ-7. Бурак Наталья уверенно держится в топе, несмотря на то, что живет в маленьком городском поселке. Топ-8. Матейка Инна, город Браслов. Постоянно тоже в топе в последнее время. Топ-9. Желобкович Кристина, умница, живет в деревне. Посмотрите, какой личный объем. И топ-10 замыкает наш лидер, который к нам пришел на марафон роста, Красовская Ирина, с простой маленькой деревни, такой большой личный объем. Будете делиться в марафоне роста, как вам это удается. Молодцы, мы вас поздравляем и желаю дальнейших успехов и дальнейшего роста. Идем дальше. Дальше немножко поговорим про акции этого каталога, который у нас начинается. Мы людей в этом каталоге приглашаем на тени, то есть новичков. Новичкам рассказываем, что всем, кто зарегистрируется в Faberlic с 28 ноября по 18 декабря, каталог у нас в этот раз трехнедельный, и оформит, и оплатит заказ. Не забывайте это говорить людям, потому что они думают, что достаточно оформить, можно вообще не платить. И оплатит заказ, получают в подарок палетку теней для век на выбор, одну из двух. Тени прекрасные, отличные, поэтому есть на что приглашать. Тени в каталоге, наверное, стоят в районе 35 рублей. Идем дальше. У нас объявлена была акция «Подарки вам и новичкам». То есть необходимо было два предыдущих каталога делать личный объем от 25 баллов, оплачивать и привести по два новичка с выполненным первым шагом. Те люди, которые выполнили условия, получат в подарок две пачки стирального порошка и две зубные пасты. Акция эта будет подключена в начале следующей недели. То есть сейчас не ждите, в начале следующей недели. Идем дальше, чтобы вы понимали, что у нас акция, есть дополнительная скидка на такую продукцию, как «Флоранж». Флоранж, вы знаете, что это такое? Это итальянское бесшовное белье. Оно у нас на распродаже, кое-чего там сейчас висит. Вообще есть на сайте. Есть люди, которые берут флоранж у меня за любые деньги, без разницы, сколько оно стоит. Так вот, для того, чтобы получить скидку максимальную 30% на продукцию флоранж, необходимо выполнять личный объем от 50 баллов, и тогда, ну, то есть тот, кто в прошлом каталоге выполнил, то в этом у вас будет скидка не 26, не 20, как на белье у нас 20, а 30% на продукцию «Флоранж», то есть это очень и очень выгодно. Далее, вы видели, что у нас есть BIC, Франция. Ну, про BIC хочется сказать то, что BIC пополнения не будет, то есть все, что будет продано, больше не будет. То есть BIC из Faberlic, я так поняла, что выводится. Если вы в этом каталоге сделаете заказ на продукцию BIC на 174 рубля,
после скидки, да, то в следующем каталоге на объемсчет ОС, объемная скидка, у вас будет начислено 10% от стоимости. Не удивляйтесь, если у вас будет висеть 17.40 рублей. Это значит, что вы на 174 рубля в этом каталоге набрали BIC. То есть получается это очень и очень выгодно. Дальше вы все слышали и видели, что у нас состоится гала-ужин, гала-вечер, время лучших, 18 декабря для директоров и лидеров Faberlic. Это у нас платное такое мероприятие, закрытое, себе вечерних платьев, крутое. Поэтому, если будут желающие, обращайтесь к директорам, мы вам расскажем про условия гала-вечера, время лучших. Так, на сегодня я про акции рассказала все. Сейчас я немножечко доскажу вам про то, что у нас вообще происходит, про акции, которые проходят у нас в команде. Ну, самое главное, у нас сейчас активно идет марафон роста, вторая неделя. Эта неделя следующая, и буквально пару дней, и мы будем подводить после следующие итоги. То есть к середине января, декабря мы с вами будем где-то там плюс-минус прощаться и встречаться уже в лидерском чате с теми, кто конкретно захочет превратить свой дополнительный доход, свое увлечение, интерес уже в основной заработок. Итак, что я хочу сказать. На начало марафона у нас было 48 участников. Сейчас, на данный момент, у нас осталось 32 участника. Остальные участники либо решили, что им не надо, были такие, что после первой презентации решили, что это для них сложно, и ушли. И либо есть те, которые попросили перевести их в наблюдатели. Такие у нас тоже были. Кто-то по состоянию здоровья в больницу попал с ребеночком, а кто-то у кого-то... Ну, нету желания выполнять какие-то задания. Девочка мне одна сказала, что, извините, можно я побуду наблюдателем, я пока не готова на такие жертвы, чтобы создавать страницы в соцсетях и так далее. То есть у всех свои причины. Но при желании вы можете в любом случае остаться наблюдателем в нашем чате. Только предупредите об этом своих наставников или директоров. Итак, у нас осталось 32 человека. Я посчитала на данный момент, сегодняшний день я не считывала, я еще не проставляла регистрации, 22 регистрации за неделю, сегодня вторник, будем считать за неделю, за 8 дней сделали наши участники. Это супер результат. Я не считала, сколько с заказом, сколько без, но 30% точно с заказом, а некоторые, большинство все-таки с первым шагом. Самые активные участники нашего марафона вот на данный момент, те, которые у меня на слуху фамилии, честно, не просматривала, но умницы такие, которые идут вперед, это Петрова Любовь, Красовская Ирина, Татаринцева, наверное, Елена ее зовут, да? Или Наталья, Митрохина Екатерина, Марина Макарова, молодец, только держи за собой свою короткую, веди. Татьяна Кацуба, молодец, выполняет все задания. Полина Цвичковская выполняет задания. Наталья Будник, умница, она пишет в чате в продуктах Faberlic, я вижу. Проявляйте активность, за это будут дополнительные баллы. Я желаю вам двигаться дальше, потому что вы увидите, что это благодарная работа, когда вы начнете реально зарабатывать. Вам будет очень приятно и очень радостно, что вы не сломались в этот марафон роста, а пошли со всеми, у вас все обязательно получится. Дальше. У нас 1 декабря стартует марафон стройности, то есть уже послезавтра у нас старт. Некоторые из вас в этом марафоне участвуют, насколько я знаю. Еще есть пару дней, чтобы пригласить людей, самим сбросить фото, там, наверное, фото с продуктами надо. И мы стартуем одновременно. У нас случилось так, что у нас будет два марафона, но мы все успеем, все сможем. Далее, сегодня в 20:00 в чате Telegram марафона роста свою историю жизни расскажет наша в открытом звании старший директор Елена Казачок из Гомеля. Поэтому приглашаем вас в марафон роста и будем слушать,
как Лене удалось достичь ее звания, что она для этого делала. И рекомендую вам всем, конечно, брать ручку и что-то записывать от каждого директора, то, что вы сможете принять на себя. Ну, наверное, все, что хотела, я рассказала. Если у вас нету вопросов или вопросы есть, посмотрю чат. Так, старались, вижу. Так, знаете, девчонки, что я вам хочу сказать? Тут нет сегодня Олега, не буду говорить мальчики, да? Вы все-таки огромные молодцы. Такие молодчинки, вы не ломаетесь, вы не ноете, вы просто тихонечко работаете, стараетесь. Вы видели, что и старички, кто здесь есть, Людмила Мурашко, Илона Шитько, Надежда Филиппова, Марина Станулевич, да, Лена Копытенко, Наташа Муравицкая, всех перечислила, Аня Бугай. Зайдите в чат марафона роста, инфоканал. Прекрасное видео я вчера нашла ВКонтакте, в Инстаграм, коротенькие, Одноклассники записала Ирина Козел специально для нас, для вас по запуску рекламы. Мы забыли уже запускать рекламу, а есть люди, например, вот Илона Шитько здесь, которая на рекламе выросла до уровня того, который она еще высшего уровня, сейчас она немножечко упала, да, надо возобновлять, надо браться за работу, это несложно. Человечек, каждый человечек, который придет к вам, он очень ценен и очень огромную важность имеет сопровождение этого человечка. Закончится марафон, я буду готовить вам обучение потом по сопровождению, обязательно проведу. Но каждый человечек, который придет к вам в команду, также может начать приводить людей, если вы расскажете ему про то, что вы строите бизнес, и давай-ка пойдем со мной, давай-ка ты тоже вместе со мной будешь зарабатывать, пробовать, ну давай попробуем, а вместе-то веселее, пока вы одни, вот вы сейчас кажется, ой, вы одни, да, никого у вас нету, Ира, например, Красовская, ой, тяжело, я одна сделала там 170 баллов практически, кто-то пришел, а вы не ленитесь, вы не бойтесь, а вы предложите этому человечку, который сделал первый шаг, там, Наташа, а ты знаешь, у нас Faberlic можно зарабатывать, а хочешь, я тебе научу? И научите, просто передайте те знания, те умения, которыми вы владеете сами, да, то есть хотя бы то, что получается у вас, и все, и человек пойдет за вами обязательно, но если вы будете молчать, если вы не будете говорить человеку ничего, он же не ясновидящий, он же это не узнает и не увидит, поэтому, мои хорошие, сами работаем, сами движемся, приглашаем людей, рассказываем о том, как выполнить первый шаг. Дальше вот вы привели человечка, сделали первый шаг с человечком, не бросайте его. А вот те, кто сделал первый шаг в прошлом каталоге, сейчас вы должны ему позвонить и сказать «добрый день». Да, вот как сегодня Надежда Филиппова, вот она мне логин-пароль скинет, она помогает человеку забрать шаг водичку. И нужно сказать там, Татьяна, а давай-ка мы сделаем заказ на 65 рублей по каталогу, как минимум. Тогда ты получишь подарок, следующий шаг, смотри, какой прекрасный, практически бесплатно. А если видите, что у человека 30 баллов, вы говорите, послушай, а давай мы с тобой сделаем 50 баллов, тогда у тебя будет скидка 26%. Вы видите, она делает, и говорите, послушай, ты такая молодец, давай мы с тобой начнем строить команду под тебя. Я строю, и ты строишь. Тебе же деньги нужны? Деньги нужны всем. Поверьте, и богатым, и бедным нужны всем. Поэтому все у нас обязательно выйдет и получится. Тут Илона Шитько, видите, подтвердила прямо в чате, что она опять начала запускать рекламу. Илона, супер, я тебя попрошу в нашем лидерском чате, чтобы ты, ну, здесь нас мало, написала, поделилась опытом, буквально пару предложений, рассказала, сколько раз, там, 1-2 запускала ты рекламу, на что, на наборы, какую, может быть, сделаешь скрины и расскажешь про свой результат. Ну, конечно, если можешь, расскажи здесь пару минуточек. Сможешь? Что ты делала? Сможешь? Да, Илона, говори. Илона, ау! О, слышно было.
Илона. Все ждут загадочную Илону. Илона подняла руку и ничего не говорит. Так, ну ладно, Илона. Ну что-то не получается у Илоны. Ладно, Илона, ждем тогда тебя в чате. Обязательно напишешь, сбросишь скрины, а я перешлю обязательно новичком. Значит, встречаемся на 8 часов, буквально через 35 минут на эфире, и будем слушать Лену Казачок. Ну, а всем желаю... Она слышна? Да, теперь слышно, говори. А, не знаю, что-то не вижу я ни видео, ни своего, ни вашего теперь. Да, я в прошлом каталоге, получается, тоже запускала рекламы, да, вот по методу кислых. Ну, Ира ж, наверное, расскажет там, как оно делается. Вот, ну, получается, я тоже запускала по Белоруссии, по областям запускала, ставила тоже на 10 дней. Вот, ну, периодически я отключала, но... Периодически включала, да, получается. Очень много было друзей, очень много подобавляла. У меня даже, так скажем, за тот каталог у меня было где-то 800, может, 30 сразу человек в чате, да. Вот на данный момент у меня больше 1000. Вот за эти рекламы они подобавлялись ко мне в друзья. За эти два каталога тоже получается, что и 16, и 17 я делала регистрации. Вот некоторые люди приходили и говорили, что мы попозже сделаем. Ну, так вот девочки тоже и в чаты просились, добавляли. Ну, было таких пару человек, которые потом вышли из чатов, но это не страшно. Ну, а так буду по-любому запускать рекламы. Надо восстанавливать то, что было раньше. Вот. Что еще сказать? Алло, Леночка. Илона, сколько человек ты зарегистрировала с рекламой, сколько денег потратила за эти 10 дней? Потратила я, ложила 400 России, один каталог ложила и второй, да. Ну, у меня еще там копейки остались, они не все ушли, 280 у меня в этом каталоге еще осталось. Ну, 3 человека у меня точно с рекламой в этом, в 17-м, получается, было. А в том у меня 4 человека было зарегистрировано, но 2 из них сделала и оплатила заказы. Угу, вот. Ну, сегодня тоже, кстати, сегодня мне написала девочка, которая тоже у меня раньше была по рекламе, она была удаленник, сама написала, говорит, что я не могу зайти в кабинет. Говорю, Наташа, наверное, тебя, ну, удалила компания. Говорю, я же писала. Она говорит, давайте заново зарегистрируемся. Вот буквально вот я опоздала на 4 минуты на нашу шупланерку, потому что заканчивала регистрацию с этой девочкой. Поэтому рекламы, девочки, запускайте. Очень хорошо. Отлично, хорошо. Спасибо, Илона. Просим тебя, чтобы ты в чат в лидерский сбросила текст и, ну, сбрось просто образец любой из реклам, как ты запускаешь. Хорошо? Просто скрины сделай. Хорошо, сброшу, но я очень-очень по-простому пишу. Вот по-простому, ну, и сбрось, да, чтобы люди понимали, мы покажем, что не надо мудрить, а что все по-простому и все получается. Все, хорошо, спасибо. Угу, хорошо. Спасибо, Илона. Девчонки, смотрите, вы просмотрите там, да, буквально... Удачи всем. Спасибо. Буквально 5 минут видео. Если вы не просматривали в инфоканале, все есть. Просмотрите, пожалуйста, видео это. И обязательно тех людей, которые к вам в Одноклассники заходят в гости, добавляем друзья. Я вообще всех добавляю, кроме мужиков, особенно не русских. Так вы понимаете, что происходит? Мужики не русские, а что делают? Они, короче, регистрируются на женские страницы, а потом начинают, я добавляю друзья, так, без всякого умысла, а потом думаю, что мне за женщины пишут? Ты красавица, ты там еще что-то. Смотрю, что это не русские типа такие. Ну, потом просто блокируешь и все. Поэтому везде есть такие юмористические моменты. Поэтому пробуйте, скрины я вам сброшу, Илона поделится, и все у вас обязательно получится. Так, значит, встречаемся в 8 вечера. Все, кто хочет послушать, как достигла успехов наша Елена. Да, именно так, красавица. Все красавицы, до встречи.